30 августа 1990 года Верховный Совет Татарской Автономной Советской Социалистической Республики принял декларацию о государственном суверенитете ТАССР. Этот шаг положил начало кардинальным преобразованиям национально-государственного устройства Татарстана, стал своеобразной точкой отсчета в проведении политики глубоких преобразований. Новый статус республики обязывал к созданию собственных официальных символов. В том же году Верховный Совет ТАССР сформировал Конституционную комиссию во главе с первым президентом Ментимиром Шаймиевым, которой предстояло подготовить Конституцию республики. Для разработки государственных символов Татарстана в составе комиссии была создана рабочая группа, которую возглавил народный депутат, поэт Ринат Харис. В комиссии были объявлены конкурсы на создание флага, герба и гимна, а в республиканской печати опубликовались проекты и организовывалось их обсуждение. Ожесточенные политические дискуссии вызвала и работа по созданию герба республики. В проектах присутствовали образ из герба Казани, Зеланд, архитектурный символ столицы, башни Сююмбике, полумесяц со звездой, зооморфные символы, волк и конь. В ходе дискуссии свой вариант предложил советский и российский литературовед, краевед, геральдист Назым Ханзафаров. Он считал, что центральное место в гербе Татарстана должен занять крылатый барс, заимствованный из символических образов волжских булгар. Автором исполнения этой идеи стал художник-монументалист Риф Фахруддинов. Государственный герб Республики Татарстан был утвержден 7 февраля 1992 года постановлением Верховного Совета РТ. Поле щита изображено в красном цвете, как символ восходящего солнца, источника жизни и света. Некоторые трактуют солнце как знак доброго знамения чистоты и непорочности. Образ барса, его позы и приподнятые лапы характеризуют его как сильное и крепкое животное. День государственного герба Республики Татарстан призван еще раз напомнить о неприходящих ценностях и целях, которые нас сплачивают. Этот священный символ, вдохновляющий на яркие трудовые достижения и покорение новых высот в науке, культуре и спорте, неизменно будет дорог всем поколениям жителей республики. Елизавета Газизянова, Универ Новости.